нацистская военная машина с невероятной жестокостью обрушилась на Западную Европу, поставив ее на грань гибели. В этот темный час мы должны собраться с силами, чтобы дать отпор агрессии. Уничтожение нацизма станет нашим тяжелейшим испытанием в истории, но с помощью наших союзников мы обязаны справиться с ним и победить. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Сегодня 6 июня 44-го. Если бы ты только видел это. Мы где-то на побережье Лягушатников, я даже название места не знаю. Мы хотим отбить Францию у фрицев. Но пока мы только ждем. И он просит у меня часы, а я думаю... Нахрена тебе мои часы? Ты же долбанный капитан футбольной команды. В учебке я завел друзей, и сейчас мы все на корабле. Все напуганы до смерти, но виду не подают. Цусмана я сначала ненавидел, а теперь он, пожалуй, мой лучший друг во всем мире. Вечно попадает в неприятности. Если бы не шла война, он бы попытался ее начать. Ну, и мне нужно беречь пальцы, чтобы сделать снимок года. Стайлс после войны хочет быть фотографом в журнале Life. Он похож на Кларка Кента, но только когда снимает очки, то не видит просто ни шиша. Айело ветеран. Но если честно, то мама бы назвала его деревенщиной. О, давай повысим ставки. Архангел, святой Михаил, спасает меня с Касерина. Цусман, 3 раза за 10 секунд, и он твой. Ну, не знаю. Всегда можешь струсить. Я ставлю на Цусмана. Ладно, попробую. Больно смотреть. Просто засеки время. Рассказываю дальше. Мы с парнями завалились на покерную партию в гости к футбольной команде. Они сигналами показывали мне руки всех игроков. Вы бы видели лицо этого квотербека, когда я сорвал банк. Готовы? Запомните, не стоит воровать у вора. Все. Эй, какого хрена? Злости Айело хватило бы на двоих. Мать говорила не верить евреям. Ночью она говорила другое. О нетерпимости на шестерых. Кому нужен этот образок? Тебе был нужен. А, найду себе и получше. Настоящий трофей. Удачи тебе. Ой, сбор в 6 часов, мы опоздаем. Все будет в порядке, Дэниелс, не волнуйся. Сбор сейчас начнется, а вы чем заняты? И есть сержант Пирсон. Он просто душка. Думаете, вы особенные? Краут и вас на обед сожру. Только не нас, сержант. Нас так не слопать. Придержи язык, Цусман. За мной. Раз уж у меня пошла полоса удачи, держись тогда ко мне поближе. Нормандия, потом Рейн. Мы сможем, Дэниелс. Сегодня вместе с союзниками мы начинаем операцию беспрецедентной важности. Мы
мы создадим плацдарм в Нормандии, чтобы прервать распространение немецкой агрессии, вот уже 5 лет наводящей ужас на Европу. Мы — последнее, что отделяет мир от тьмы. Это не просто наш шанс героически проявить себя. Мы победим, и наш триумф навеки запомнит благодарный нам мир во множестве поколений. Я говорю о славе, господа. О славе! Говорить полковник Дэвис умеет. Его речь напомнила мне ту, что толкнул наш тренер Джонсон перед игрой против Остина. Помнишь? Мы проиграли с разрывом 42 очка. Лейтенант Тернер всегда следит за Пирсоном. Держит его на поводке. Но если Пирсон сорвется, нам всем достанется. С тех пор, как я впервые взял в руки ружье, я хотел быть как ты, Пол. Угнаться за тобой будет нелегко. Но я попробую, черт возьми. Сейчас или никогда. Эй, вот бы меня такая дома ждала. Погоди, попадем в Париж. До него еще далеко. Помните, на берегу не сидим, надо продвигаться. Держитесь по одному и не высовывайтесь. Делайте как в учебке и будете целы. Я с гордостью поведу вас в бой. Всегда и везде. Дайте им жару! Пляж ведь должен быть зачищен, да? Ты испугался, рядовой? Нет, сэр. А должен быть. Дэниел, огонь есть? Конечно. К заграждению! Нам нужен путь бункера! Дэниел! Тебя этому и учили! Живо бери бангалор! Ты справишься! Да, сэр! О, боже! И
Иди! Взрывай Бангалор! После того, как пробьемся, идем к бункерам! Почти получилось! Дергай, дергай! Берегись! Нужно! Оружие на изготовку! Пошли, 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 пошли! В окопы! Живо! Твоя рана выглядит паршиво. Вот, держи! Спасибо, друг! За мной! Вперед! Вы с Сусманом идете вперед и зачищаете бункеры! Живо! Хорошо, на деле! Сюда передай!
Первый готов! Да! Все наружу! Бункер чист! Я пошел! Здесь есть аптечка! Мне нужна аптечка! Бросаю! Ладно, Цусман, еще один! Девочка!
Пошли! Ну давай! Цусман! Не могу встать. Черт! Вытащи меня отсюда. Держись, мы тебя вытащим. Надо добраться до этого медпункта. Слева! Черт! Надо найти укрытие! Смотри! Много! Я пустой! Все чисто, пошли! И это, по-твоему, чисто? Я теряю много крови. Держись! Не поднимай голову! Врубилось? Я пустой! Они все лезут! Осторожно! Готов! Пошли! Давай живее! Я с тобой! Черт! Можем спуститься здесь! Вот так! Не дергайся! Я истекаю кровью. Зажми рану! Почти на месте! Давай сюда! Пошел, пошел! Так, так, держись. Врача! Мне нужен морфий! Только не умирай. Девочки в Париже ждут нас. Правда? Конечно. Дай взглянуть на твою девушку. Да ты шутишь? Ладно, я ни черта не вижу. Только отдохну. Чуток. Нет, нет, не закрывай глаза. Эй! Дэниелс! Я здесь. Помоги! Кто-нибудь, приведите сюда врача! Я здесь! Иди! О нем позаботятся. Ты пойдешь со мной, Дэниелс. Слушайте! У фермерского дома стоит орудие GPF! Оно бьет по берегу! Вперед! Мы вернемся за тобой! Проверь патроны и гранаты! Вы слышали? По дороге, быстро! Уже иду! Патроны, рядовой! Сэр, нужны патроны! Сейчас дойдем до фермы!
готовьтесь к атаке! Надо уничтожить это орудие! Они разносят побережье в клочья! Сейчас! Дэниел! Гермин! Поберегись! Не патрон, Дэниел! Я бы патронов, сэр! Молодец, Дэниел! Так, ребята, идем за мной к точке сбора! Пошли. Пирсон! Составь рапорт о потерях! Столько людей погибло. Но мы взяли берег! Чертовски высокой ценой. Дэниелс. А я думал, что меня не удивить. Он ведь поправится? Ага. Его хорошо подлатали. Надо было остаться на лодке. Вовремя понял. Эй, я твой должник. Сам знаешь. Мы в расчете. Мы прорвемся. До конца? До конца. Мы взяли пляж! Лагерь ставим у второй линии кустов за хребтом. Ты принят в первую кровавую. Далеко забрался от Техаса, парень. Никто из нас не был готов. Но ты сделал все верно. Спасибо, сэр. Спасибо. Все будет хорошо. Да, сэр. Да, конечно. Не знаю, кто решил, что это лучший способ освободить Европу, но я гарантирую одно. Утром на побережье их не было. Мы с ребятами справляемся, я бы сказал, прекрасно. Пирсон так не считает, но он вечно недоволен. Может быть, к Рождеству я уже буду дома с парочкой медалек на груди. Но сначала надо взять Мариньи. Шмелинг против Ламоты. Шмелинг послал бы Ламоту в нокаут. Ну не, Шмелинг нацист, я бы его пристрелил. Его сделали кумиром, у него не было выбора. У всех есть выбор. А Ницше говорил, что есть только сильные и слабые. Хватит, умник, ладно. Льюис и Шугар Рэй Робинсон.
Если Льюис такой, как в 38-м, то Робинсон, конечно. Да. Смотри, как ты вернулся. Думал, ты еще не скоро. Услышав, что крутые сукины сыны собрались брать Мариньи? Все идет по плану. К Рождеству будем дома. Не стой столбом, покажи. Ладно. Неплохо, а? Видал и похуже. Рад, что ты снова в строю. Рад вернуться, сэр. Ладно, парни. Есть уникальная возможность. Это наш шанс вырваться с плацдарма. Будет непросто. За всеми кустами сидят фрицы и в районе видели их бронетехнику. Но если возьмем и удержим Мариньи, все дороги наши. И раз Цусман получил ножом в живот, и вот он как новенький, я могу на нас поставить. Всегда ставь на победителя. Для Тернера защищать нас – дело чести. Пойдем! Только война все время этому мешала. Так, первый взвод, выдвигаемся! Пошли! Эй! Вроде такие раны заживают по 8 недель. Я готов, сержант. Честное слово. А, честное слово. Оно же ничего не стоит. Значит, ты готов? Прямо как новенький, сэр. У тебя кишка не тонка. Просто не показывай ее всем. Танки, поехали! Хватайтесь крепче! Будет трясти! Все как обычно. Пирсону ты нравишься. Хм, как льву сырое мясо. Пошли, пошли! А ты неплохо держишься. Ха, а ты сам как? Не мог пропустить все веселье. Эй, Пирсон запрещает веселье. Знаете, почему вас гнобит? Кассери! Потерял там лучших друзей. Он там получил 15-ю статью и понижение. Он уперся рогом, все его люди погибли. Это был кошмар. Резня. Нацисты озверели. Мы выжили только потому, что они не перекрыли западный вход. Из-за этого засранца мы чуть все не потеряли. Тернер этого не забыл. Рапорт на него подал именно он. Но Пирсон думает, что если сделает из вас вояк, смоет пятно. Только смываем мы. Да, ты все понял. Поэтому он все не уймется. Даже на убийство пойдет. За что бы я убил? За жрачку. Ты только что ужинал. Говно на палке, а не ужин. Эй, как насчет шашлыка? На что они надеялись? В открытом гробу не похоронить. Эй, это же чей-то сын. Не, это Фриц. Да, Дэниелс прав. Не все они гады. Они дали нам Кеплера, Моцарта. Хорошо, студент. Марлен Дитрих. Вот это уже лучше. И не забудь об их изобретениях. Печатный пресс, микроскоп, сосиски. Вы меня убиваете. Вы это слышите? Летит сюда. Стуки, берегись. Мерда! Слезайте! Делаем крюк! Живо! Надо защитить наши Шерманы! Вдалеке стреляют зенитки! Мы должны захватить одну из них и сбить штуки! Враги на втором этаже!
нужна аптечка! Этот убитый! На! Идем в поля! Надо догнать наши танки! Вперед! Тесните их! Бежать! Вы двое! Займитесь пленными! Дэниел, идем дальше! Немцы! Замыкающие! Впереди немцы! Рассредоточиться! Вы уже близко! Штуки сносят наши танки! Танкам нужна наша помощь! Мы возьмем зенитку за этими деревьями! Отлично, Дэниелс! Эй, это Перес! Эй, Перес! Ты как? Они убили моего приятеля Милза, но мы их здорово помяли! Враги впереди! Окопались с паками! Надо их выбить! Хорошо, Пирсон! Бери боевую группу и займите позицию для прикрытия! Когда вы подавите паки, я с Пересом поведу основные силы! Есть, сэр! Дэниелс, Сусман, вы со мной! Идем! Перес сказал паки. Что это такое? Артиллерия фрицев. Противотанковая. Водную не читал? И что нам делать с артиллерией? А вот я и сам об этом думаю. Это наш. В-47. Черт. Надо было раньше добраться до зенитки. Ты не виноват. Же гражданские. Это преступление? Ну, конечно, да. Студент. Тут хорошая позиция. Мы же сражаемся с фрицами. Доставайте бинокли! Вон Перес и его парни. Идут в самое пекло. Нам нужно снять расчеты паков. Всем открыть огонь!
этого бака! Дэниел, займись их расчетами! Бери снайперку, Дэниел! Вражеская позиция! Держитесь за танками! Всем за танки! За танки! Надеюсь, ножи не подведут! Всем танкам вперед! Пулеметы! Не выходи из-за танков! Я его сделал! Прячься за танками! Роуты побежали из окопов! Лежать! А ну лежать! Разоружи врага, Дэниел!
Тернер ждет! Быстрее, Дэниелс! Лейтенант! Стойте! Командир на подходе! Так, слушайте! Рота Чарли под обстрелом у церкви. Им нужны патроны и поддержка. Пошлите к ним отряд! Сэр, мы и так рассредоточены. Это приказ! Есть, сэр. Черт. Джипы возьмем, но нужна танковая поддержка. Да, план такой. Перес! Бигсон пойдет за тобой с отрядом. Не могу. Поступил приказ от Коллинза. Идем на запад с 11-м. Черт побери. У парней время на исходе. Помощи не будет. Берите джипы и вперед. Живо! Ладно. Чарли завязли в дерьме по уши, вытаскиваем их мы. Вперед! Как ехать в Марини? По этой дороге, следующая деревня. Впереди поворот, полегче! Дорога разделяется! Следите за отступающими краутами! Они пойдут прямо по роте Чарли! Мы должны их опередить! Левее! Беги! Дэниелс, там крауты! Они на газ! Монстры! Осторожно! Под огнем! Нужна поддержка! Почти прибыли! Газуй! Куда ехать? Прямо! Еще прямо! Долго не выдержим! Справа! Я за пулемет! Сейчас! На сюда врага! Эти машины краутов! Долго не выдержим! Чарли надеется на нас! Поехали! Вижу окно! Держись! Там враг! Кто и справа! Впереди! Бей по нему! Почти прибыли! Рота Чарли вон в том подмога доме! Подмога здесь! Они уже в доме! Еще враги! Отходят слева! Не тормози! И это все? Они отходят! Зачисти остальных! Занять позиции у дороги! Еще чуть-чуть! Все чисто! Собраться! Лучше так не встречаться. Смотри, не влюбись в меня, Мерфи. Спасибо, что вовремя появились. Дэвиса благодари, он отдал приказ. Ладно. Уже поздно двигаться дальше. Похоже, у вас есть отсрочка. Простите, сержант. Да? Но разве за этими зданиями не сидят крауты? Может, нам поискать место получше? Ты прав, рядовой. Закажи нам номер в Рице. Сэр. Он просто боится. Подумай о своих проблемах. Как ты со своей раной будешь держаться завтра? Я в порядке, сержант. Дэниелс, присмотри-ка за ним. Опаснее врага может быть только гордыня. Отдыхайте, ребята! На рассвете займем Мариньи! Не могу поверить, но Цусман снова с нами. Он отлично держится, учитывая весь этот чертов прорыв через Бакажи. Пожалуй, Пирсон мог бы обходиться с ним помягче. Но, увы.
7 недель со дня высадки. Надо прорваться из Нормандии, и мы идем вглубь на захват Мариньи. Так мы получим контроль над дорогами и пройдем по Франции до Парижа. Освобождение близко. «26 июля. Мы засели на одной ферме неподалеку от Мариньи. Я закрываю глаза, думая о Хейзел, но вижу все тот же сон. Сон. Вроде того, все время снится. Я в порядке, а ты отдохни. Нет, я покажу Пирсону, что готов. Мне плевать, что он скажет. Тебе нечего доказывать. Знаешь, я устал от этого дерьма. Дома, если хочешь выяснить отношения, выясняй. Тогда тебя будут уважать. Я понимаю. Поверь мне, у каждого из нас свои битвы. Но мертвым уважение просто ни к чему. Спасибо за поддержку. Ну и... Старина Михаил за нами присматривает. Так что беспокоиться не о чем. Вот уж не знал, что вы в это верите. Я приму помощь от кого угодно. Так ты расскажешь про этот сон? Или как? Волки задирали наш скот. Мой брат Пол и я пошли за ними, но неудачно. Брат, стреляй! Сейчас, сейчас! Скорее! Ты цел? Прости, Пол. Послушай меня. Бояться это нормально. Нам пора домой, братишка. В тот день я поклялся, что больше никогда не подведу Пола. Но теперь я должен убедить не его, а Пирсона. Прячься! Тернер поведет боевую группу на площадь, а мы будем прикрывать их огнем с этой церкви. Вопросы? Все! У меня вопрос. Копи их, Стайлс, получишь звездочку. Идем! Похоже, я ему нравлюсь. Твою мать! Мне нужно прикрытие слева. Остальные, идите справа. Зачистить дом. Двинулись. Я иду. Я прикрою. Движение впереди. Черная машина. Движение! Полетела граната!
заблокировали всю улицу! Нам нужен дым! Вытаскивай его, я прикрою! Все будет хорошо! Вытащи меня отсюда! Они отступают! Чисто! Идем к церкви! Черт, на улице еще! Держись, дружище! Нам нужен дым! Дэниелс, я тебе жизнь обязан! Ты позицию принца! Идем по одному! Заряжаю! Сержант, дайте их позиции! Идем к двери церкви! Так, Дэниелс, дверь на тебе! Есть! Где они? Может, убежали, когда нас услышали? Рауты оставили припасы! Подготовьтесь! Черт! Пулемет на втором этаже! Всем укрытие! Укрытие, скорее! Сержант, зови еще крауты! Подкинь дымовую! Мне нужна аптечка! Бросаю! Перезаряжаю!
Хорошо, все чисто. Церковь наша. Посмотри, что с орудиями. Иду к двери. Краут избивают истребители. Сусма наел. Займетесь зенитками. Дэниел Стайлс, вы со мной. Будем прикрывать их с башни. Хорошо, что наверху будешь ты. Без напряга. Не бойся, я прикрою. Надеюсь. Поднимаемся! Живо! Лезь по лестнице! Надеюсь, вы не боитесь высоты! Это что-то изменит? Нет! Давай, полезай! Почти попал! Прикончи его! Нептик прижали! Соберитесь, ребята! Отлично! Он еще стоит! Немцы по левому флангу! Во дворе стоит еще одна зенитка! На ней никого, но следи за ней! Они подошли к зенитке! Почти! Огнеметчик! Вижу его! Пиши! Попал! Убери оставшихся! Стреляю! Он ранен! Следи за Цусманом! Еще двое! Чисто! Да! Получилось! На площадь выезжают БТРы! Они прижали их! Бей по пулеметам! Попал! Заканчивай с ними! Чисто! Они приближаются к зениткам! Крауты на крышах! Надо спугнуть их с крыш! Последний! Дэниелс, враг на том конце улицы! Есть! Проклятие! Их обстреливают сзади! На них идет БТР! Их окружают! Их окружили немцы! Молодец, Дэниел! Бей по той позиции! Что это было? Кто это? Тёрнер? Так держать! Прикрывай, чтобы они помогли Цусману! Отряду нужна помощь! Боже! Дэниел! Я помогу! Я держись! Нет! Берегись! В сторону! Уходи оттуда! Быстрее! Ah!
Нет, сержант! Потому что я тебе не крестная фея! Черт возьми! Я потерял хороших бойцов! Так, надо собраться и взорвать те орудия! Ну же! Приближаются с юга! Я не вижу Цусмана! Проклятие! Они были вместе, когда она обвалилась! Нам нужно просто удерживать эту точку! Нельзя пускать сюда краутов! Если нужно, у меня есть гранаты! Готов! Надо держаться! Пожалуйста! Ну же, надо прикрыть! Орудие еще стреляет! Они на лестнице! Пытаемся отбить эту позицию! Мы будем защищаться огнеметом! Понял! Найдите их! Не придется! Дымовая! Держитесь, пока не прилетят Б-47! Б-47 на подходе! Пока не прилетят Б-47! Надо держаться! Б-47 на подходе! Цусман! Я жив. Молодцы, ребята. Вы отдали все силы. Обратили в бегство этих гадов. Вы чертовски годные солдаты. Они отлично справились, сержант. Может, вы в них ошиблись? Вы скрывали таланты, парни. Я мало от вас требовал. Но теперь мы посмотрим, на что вы способны. Принеси ему голову Гитлера на блюде. Заноет, что оно не блестит. Если будем и дальше так драться, то войне скоро придет конец. Потому мы и должны играть по-крупному. Ладно, я в деле. Мы взяли Мариньи. Немцы отступают так же быстро, как мы наступаем. Но мы под постоянным прицелом Пирсона. Кажется, нам придется превзойти себя.